18 и 19 ноября в Омском велотреке прошли всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юниоров в памяти заслуженного тренера России Юрия Крикухи. Медали турнира оспаривали 160 спортсменов из 28 регионов. Поддержать борцов пришло большое количество почетных гостей. Омская классическая борьба имеет давние традиции, и еще в советское время сложилась сильная тренерская школа, ярким представителем которой являлся как раз Юрий Александрович Крикуха. И сегодняшний турнир – это дань памяти этому великому тренеру, этому замечательному организатору, который воспитал сильных омских спортсменов, прославивших наш регион и нашу страну. Юрий Крикуха положил начало известной спортивной династии. Дело отца продолжил его сын, президент Федерации спортивной борьбы Омской области Юрий Крикуха-младший. На ковре победу в соревновании одержал внук знаменитого тренера Александр Крикуха. Он взял верх категории до 87 килограммов. Дедушка для меня это огромный пример. Все люди, которые здесь находятся, его знали и очень уважали его. Каждый день я тренируюсь, бывает несколько раз в день. Нарабатываю свои приемы. Также с моим отцом мы тренируем что-то новое. Надеюсь, что этой энергии хватит еще и на дальнейшие поколения. Но пока действительно мы преданы греко-римской борьбе с 73-го года, когда отец приехал сюда заниматься в Омск. Поэтому уже очень такая, наверное, скоро будет уже 50-летний юбилей нашего вот такого вот преданности и общения в борьбе. Успешно выступили еще несколько омских спортсменов. В итоге наши борцы завоевали 6 наград, по 2 медали каждого достоинства. С возрастом более прибавляется опыта, то есть какие-то там другие спортивные действия. Ну, то есть уже оттачиваешь, не учишь их, а оттачиваешь до автоматизма. Отличные результаты показали спортсмены еще нескольких регионов. По 2 золотые медали выиграли борцы Кемеровской и Новосибирской областей. По одной главной награде завоевали представители Республики Башкортостан, Алтайского края, Свердловской области и Республики Алтай.